Добрый вечер. Сегодня начинается по счету 6-й Opera Night. И для меня лично, может, не в тему, но я хочу это просто сказать. Сегодня особый день, потому что сегодня день рождения моего профессора, которому сегодня исполнилось бы 85 лет. Это великий, выдающийся русский музыкант, пианист Наум Львович Штарпман, который был уникальным человеком, уникальным пианистом. И если кто-то из зала, кто был на его концертах, думаю, согласится, что это было событие каждый раз. С днем рождения, Наум Львович. И спасибо, что вы сегодня здесь. Спасибо, что публика каждый раз увеличивается. Значит, дело имеет свой результат. Хочу немножко рассказать, что вообще происходит с Opera Night. Как обычно, я, в общем-то, на где-то 50% только могу понимать, какая программа будет на каждом Opera Night. Это каждый раз непредсказуемо. Сегодня есть артисты, если не верите, вы можете с ними поговорить, это будет так. Ни одной репетиции с пианистом, ничего, все вживую. Каждый Opera Night – это от Jam Session. И сегодня будет, как обычно принято, кот в мешке. Не знаю кто, не знаю как. Знаю, что учится в консерватории, и ничего более. Девушка с очень интересным именем, забыл, она потом представится. Я надеюсь, девушка не обижается, потому что, ну, так будет. Итак, да, я хотел сказать, что прозвучала мазурка Фредерика Шопена из опуса 17, номер 2. Поскольку мой профессор был признанным шопенистом. Итак, начинается наша замечательная Opera Night. Я на сцену приглашаю Бориса Маркосяна и Светлану Истомина. Борис является концертмейстером консерваторского оркестра. Правда? Правда. Я передаю микрофончик, там здесь работает, Слав. Да, все работает. И они сами расскажут, что они будут играть. Но, насколько я знаю, программа очень интересна.
Нам вчера позвонили наши друзья и сказали, что есть возможность поиграть для очень культурной, интеллигентной публики. И мы очень счастливы, что нам предоставили такую возможность. Спасибо вам большое. Мы с моей супругой любим играть классическую музыку, любим заниматься. Мы играем дуэты, играем в ансамблях, играем камерную музыку и играем, это называется, как бы сказать, малая форма произведений. Мы сегодня для вас сыграем произведение Брамса и Крейслера. Йоганнес Брамс «Созерцание». Обычно, как вы, наверное, знаете, это где-то в 7 часов, 6 часов вечера. Сейчас значительно позже. И мы немножко, может быть, не в такой форме. Мы не привыкли пока к таким вечерам. И, может быть, в следующий раз, если нам придется еще раз играть, мы будем, так сказать, немножко уже больше в тонусе. Так что простите нас, если у нас что-то так получается, потому что я вижу здесь... Борис, здесь все свои, Камиль. Да. Здесь, здесь все свои? Очень приятно играть для вас. И я хотел бы сказать несколько слов о Йоганнесе Брамсе. Это, как вы знаете, наверное, это великий композитор 19 века. И он был замечательный человек. У него была замечательная судьба, просто фантастическая, потому что он не добивался никакого признания и популярности, а это пришло к нему сразу. Был выдающийся композитор Роберт Шуман, который увидел гениального молодого человека, и сразу же через свой журнал он
через свое средство массовой информации он инсталлировал его как нового великого композитора 19 века. И он оказал огромное влияние на всю классическую музыку. И следующее произведение, которое мы сыграем, это произведение Крейслера, Витц Крейслер, великий скрипач уже 20 века. Он написал произведение, которое называется «Муки любви». Борис Мартасян и Светлана Истомина. Но мы их все сегодня видим. И я приглашаю следующим номером Елена Бура и Петр Аполлонов. Наш замечательный Петр Аполлонов. Елена исполнит «Думку Параси» из оперы «Сорочевская ярмарка». Я знаю, что... Немножко расскажу, как Елена попала сюда. Это то, что моя мечта. Мечты сбываются. Человек просто увидел в интернете проект «Опернайт». Правда? Да. Да. Написала «можно», «можно». Это вот идеальный вариант, который я хочу. И более того, я скажу, что постепенно увеличиваются такие уже письма
которые происходит просмотр Opera Night, пишут, что хотим прийти либо посидеть, забронировать, либо спеть. Это очень хорошо. Я уже в интернете успел покопаться и узнал, что у Елены, у самой очень интересный проект бывает, который ты можешь рассказать либо до, либо после своей арии, когда захочешь. Сцена твоя, делай, что хочешь. Наверное, я сначала расскажу, потом спою. Так, наверное, будет лучше. Самый, наверное, мой такой животрепещущий сейчас проект – это фестиваль короткометражной оперы. Пилотный проект, который запускается в Сибири, который будет первый раз проходить в ноябре. И смысл в том, чтобы в небольших городах, где у людей нет возможности содержать, ну, то есть у области нет возможности содержать не то, что оперный театр, но даже хоть какой-нибудь музыкальный. Например, таким городом является город Томск. У людей есть потребность слушать классическую музыку, и в том числе и оперную. Но поскольку навыка нет, то где-то к 40-й минуте все начинают потихоньку засыпать. Какой бы прекрасный не был гастролер. Ну и, как правило, постановки доезжают до Сибири в таком, ну, укороченном варианте, без хора, с половиной декораций. Еще спасибо, если с живым оркестром, а то, как правило, и под фонограмму. Вагон затерялся где-то. А? Вагон затерялся где-то. С декорациями вагон затерялся где-то. Вагон затерялся. И я как в свое время увлеклась, ну, монооперами. И поняла, что зрителями, неподготовленными слушателями, это очень здорово воспринимается. Потому что, когда ты выходишь, люди все равно подходят, благодарят. И я считаю, что самый главный критерий, который вот человек тебе должен сказать, это вот здорово, но было чуть-чуть. Вот мне чуть-чуть не хватило, да, вот нет, да, вот такое ощущение, когда ты в спектакль выходишь, там, не перенасыщен, а вот чуть-чуть вот не хватило тебе. Тогда ты в следующий раз еще раз придешь, и там на следующий день или через день. И, ну, вот этот проект живет, ну, хотя вот я сейчас буду вам петь арию из полноценной оперы, ну, как бы большой. Но в целом мне просто очень хотелось поделиться. Мне кажется, это очень перспективная технология для малых городов. Мы с тобой пообщаемся на эту тему. Это интересная тема. Моноопера. Кстати, одна из моих идей, я надеюсь, это сбудется, сделать здесь какую-то короткую версию «Богемы Пучини». Это будет здорово. Когда-нибудь произойдет. Итак, Думка Параси, Сорочевская яма, Елена Бурова и Петр Аполлонов. Thank you.
почему не работает, Елена Бурова и Петр Аполлонов. Друзья, я объявляю небольшой перерыв, и дальше у нас продолжение, второй сет, там будет кот в мешке. Я дам Себастьяна Баха, который является патриархом классической музыки, не только классической. Многие джазовые музыканты черпали вдохновение из его музыки и они это часто используют для своих импровизаций. А сам Иоганн Себастьян Бах, он не скрывал, что он черпает свое вдохновение в Верховном Господе. Поэтому эта музыка, она всегда наводит на глубокие философские размышления. Мы сыграем вам сарабанду из третьей английской сюиты, переложение великого скрипача 20 века Яши Хейфица. Итак, Бах, сарабанда из сюиты номер 3. Жанр миниатюры и венский каприз – это музыка старой Вены. Это вальс, это безмятежность старого города и прекрасная музыка. Thank you.
Борис Варкасов, Светлана Истомина. Возможно, мы еще их увидим, если они согласятся. И я приглашаю кота в мешке. Я бы сказал, это котенок. Элина Ратиани. Кто будет петь? Не знаю. Кот в мешке и Петр Аполлонов. Элина Ратиани. Здравствуйте. Я спою арию Чио-Чио Сан Пучини. Из оперы «Мадам Бутерфляй». Первый курс консерватории, Московской консерватории. Ура! К нам начали ходить студенты. Мечта идиота сбывается. Thank you.
Карача и Петр Аполлонов. А это первый курс консерватории. Браво! Элина Ратьяни. Хороший ход вместе получился. Согласны? Да, аплодисменты говорят о себе. Здорово. Браво! Элина Ратьяни. И следующий номер. Как же без нашей замечательной русской оперы, без Петра Ильича Чайковского, Евгения Онегина и арии Ольги исполняет София Ефимова. Я не знаю, как сказать, это студентка центра Вишневской, или как? Да, студентка оперного центра Галины Павловны Вишневской и Петр Аполлонов. Ария Ольги из оперы Евгения Онегина, Петр Ильич Чайковский. София Ефимова и Петр Аполлонов, Аня Ольги из оперы Евгения Онегина. Мы еще сегодня услышим Софию, да? И я приглашаю заключительный номер второго сета. Сегодня все новые артисты, практически многих из них, я вижу первый раз, и это очень хорошо. Максим Якимов. И Максим исполнит арию Римский-Корсаков, арию индийского гостя. Да? Да.
и Петр Аполлонов. Максим, этот десерт же сегодня будет, правильно? Ты обещал? Да. Да, ура. Максим Якимов и Петр Аполлонов. Господа, объявляется небольшой перерыв. И в конце третий сет.
Борис Маркасян и Светлана Истепина. Еще одна пьеса Креслера. Это в стиле американской народной музыки, называется «Синкопа». Борис Маркасян, Светлана Истепина. Я приглашаю вновь на сцену Елена Бурова и Петр Аполлонов. Ария Михайлова. Да? Опера «Кармен», Ария Михайлова.
Єлена Бурова і Петр Аполлонов, Арія Михайлович з опери «Кармен». У нас дуже багато разів вже звучали «Кармен», «Кармен». И наконец прозвучала Михаила, одна из моих самых любимых арий. И я приглашаю следующий номер нашего концерта. София Ефимова, песня озвученная из оперы «Трубадур» Верди «Стрит де Лавампа». Из второго действия хочу сказать, что «Трубадур» одна из самых страстных, самых таких горячих опер, где действия, которые происходят, это не вымышленные, а действия, которые действительно были в истории, да? И в этой сцене озвучена цыганка рассказывает своему сыну Мандрико, как граф Илуна сжег ее мать. И озвучена озабочена тем, чтобы отомстить. И в этой песне как раз это рассказывается, правильно? София Ефимова, Петр Аполлонов. София Ефимова и Петр Аполлонов. Песня «Озвученный» из оперы «Трубадур». Браво! И я приглашаю на сцену вновь Максим Якимов. И здесь будет десерт. Имре Кальман. Песенка «Бонни». Раз, два, три, не раз, два, три, не раз. Вам пойдет, наверное, в рот.
Максим Никилов и Петр Аполлонов. Десерт. Опера «Найт» постепенно увеличивает свои возможности. Кто был в прошлый раз, позапрошлый раз выступал замечательный Дмитрий Степанович. Помните такого? Есть люди, кто слышал? Да, это было что-то. И я вновь приглашаю нашего кота в мешке. Кот в мешке захотел еще раз. Мы хотим слушать? Да! Элина Ратьяни. Ария Вали из оперы Вали в Каталане. И замечательный Петр Аполлонов. Thank you.
партии и Петр Аполлонов. Я приглашаю на сцену Елена Бурова, София Ефимова, Денис Ефимов, Борис Варкасян и Светлана Истомина. Друзья, выйдите, пожалуйста, на сцену. Сегодня для вас. Борис Варкасян и Светлана Истомина. Елена Бурова. Денис и Максим Ефимов, прошу прощения. София Ефимова. Элина Ратиани. И Петр Аполлонов. Браво, спасибо.